Всем привет, ребят, с вами Атумка, и добро пожаловать на «Отгадай постройку в Майнкрафте». Со мной сегодня Фишка. Да, всем здрасте, и сейчас мы будем отгадывать постройки. Да, будем отгадывать чужие постройки и наши постройки между собой будем отгадывать, ребята. Напишите обязательно в комментариях после этого ролика, сколько построек вы смогли отгадать из тех, которые мы не могли отгадать. И надеемся, то, что мы сможем сегодня выиграть вместе с Фишкой. В общем-то, ребята, давайте уже приступим к ролику. Не забывайте про лайки и подписочки. И мы погнали. Датчики, погнали. Итак, наша игра начинается, тема уже выбрана, и строить у нас будет что? Чип. Чувачок у нас будет строить. Да, Чип и Дейл. Чип и Дейл, знаешь такой мультик? Да, знаю, знаю. Посмотрим сейчас, что он будет строить. Я предполагаю, что это будет что-то связанное с природой. Мне так кажется. Вот у меня такое предчувствие. Да, да, да. Вот интересно, вот это первая наша отгадочка, тема можно. Да, правда, он уже АФКшит. Первый чувак, а уже АФКшит. Давай, чувак, строй что-нибудь, а мы посмотрим. Так, это, видимо... Нет, это не дрова. Мне кажется, это связано с природой или нет. Ждем слово, просто ждем слово. Может быть, это дерево? Нет, не дерево. О, это какое-то... Дерево вверх ногами? Так, вверх ногами? О, это было как-то слишком легко. Зря я спалил тебе слово. Если бы я не палил, может быть, ты бы не отгадал. Ну ладно, ничего, пиши. Так пиши. Я не могу. В смысле? Он не работает. А ты... так ты неправильно же написал слово. Ты же с одним «в» написал в начале. Пиздец! Ладно, я отгадал. Нет, это была очень простая постройка. Просто это была вообще очень простая постройка. Посмотрим сейчас, что будет строить чувак у нас. Флюк. Флюк, что ты у нас будешь строить? Так. Кстати, помнишь, я говорил, что это было, будет связано с природой? Я угадал, кстати. Я был прав. Да, я, это кстати, реально новичок. Было связано с природой. А напиши 1-2-3, интересно. 1-2-3. У меня untrained, такой вот уровень, это после новичка идет. Не натренированный, да? Не натренированный пока что, ну ничего, это временно, скоро натренируемся. И все будет чики-буки. Так, что у нас построит Флюк? Это похоже на какую-то... Нет, это не машина. Квадрат Малевича? Квадрат Малевича, не знаю. Что это? Похоже на квадроцикл какой-то, я хотел сказать. Или... Так, че? Что такое чи и 8 букв? Все, я отгадал. Это было легко. Это было просто максимально легко. Ну, чувак, первая буква Чи, 8 букв. Как ты думаешь, что это? Чупакабра! Нет, это не. Ну, кстати, это похоже, это похоже. Но это не чупакабра. Танк, что ли? Ну, это типа. Ну, чувак, ты почти что ответил на свой вопрос. Ты почти отгадал уже тем, что ты мне сейчас спросил. Танк? Танк. Что похоже на танк? Твердое, твердое, как танк. Чё? Панцирь черепахи, твердый как танк. Чё, бред какой-то? Это черепаха, чё? Чувак. О, ты строишь, давай. Удиви нас своей крутой оригинальной постройкой. Ты выбрал легкое, среднее или сложное? Сложное, всегда сложное выбираю, кстати. Сложное, ну хорошо, давай посмотрим. Я тут сяду сюда на свое коронное местечко и понаблюдаю за тобой. Так, что это такое и на что это похоже? Это, не знаю, может быть это портал? Нет, это не портал. Так, окей, это что-то большое, раз ты строишь ему такое укрепление. Так, что это такое? Это похоже на наушники. Наушники? Нет? 8 букв. Нет. Стоп, я, кажется, понял, это ботинки. Нет, это не ботинки. Я думал, это ботинки. Что это? Что? Что это такое? Мотоцикл, может? А, мотоцикл! Офигеть, я угадал. Блин, что-то в последнее время я прям очень жестко отгадываю постройки. Не, кстати, блин, я помню, когда-то я тоже строил велосипед, помнишь? Нет, не велосипед, я строил педали. Помнишь, когда мы с тобой записывали? Но это, блин, у тебя получше, мне кажется, получилось. Потому что я его пытался делать 3D-шным, у тебя такое 2D-шным получилось, но очень красиво. Так, спасибо, окей. Спасибо, ну, приятно. Я, как бы этот... я первое место как бы занимаю, так что я пока что рад. О, прикольненький скин этого человека. Да-да, панда такая, знаешь? Это не панда, это коала. Какая, блин, панда. Запутался. Ну ладно, бывает и такое, бывает. Ладно, посмотрим, что он будет строить. Так, он строит... Почему ты не хочешь сказать столб? Столб. Прикольно, если бы реально нужно было строить столб. Так, это похоже на... Столб? Столб. Блин, я бы угорал, если бы это было реально столб. Так, может быть, это какая-нибудь палка? Нет, это не палка. Может быть, это... Так, блин, 6 букв, предпоследняя R, блин. Тяжело, когда дается предпоследняя буква. Ждем вторую букву. На что это похоже? Это интересно, глаза? Интересно. Подожди, это глаза чьи-то? Это лицо чьё-то? Я немного не понимаю. Это реально похоже на какого-то монстра. Летучая мышь, вампир, чё-то как... Вампир, я хотел написать вампир, но... R, предпоследняя буква. Блин, это сейчас уши, по-любому он сейчас уши делает, да? Это по-любому какое-то чудовище, но, наверное, это с какого-то... Не инопланетянин, не знаю, чувак. Может быть, это с какого-то мультика, я не знаю этот мультик. Чупакабра, или... что ли? А прикол, если это вообще не монстр, прикол, если это какой-то диктофон или кассета, что это такое? С буквы Г, с буквы Г. Г, Г, Г.
Предпоследняя эра. Слушай, не знаю, это скорее всего не монстр, иначе бы он ему уши с другой стороны тоже бы сделал. Антенна какая-то. Ребят, если вы уже отгадали, то напишите в комментариях, это реально сложно. Так, что это такое? На что это вообще похоже? Это какой-то тост машин. Нет, это не тост машины, я вообще не знаю, что это. А, не, бинокль, не-не-не. Слушай, что-то странное. А, как это называется, которым смотришь звезды? Бинокль, но это не бинокль. А, нет, не бинокль, это не бинокль называется. Чтобы звезды смотреть. Оно как-то по-другому называется, но, наверное, это не оно. Блин, я не знаю, серьезно. Сейчас посмотрим, мне интересно, он тупо ломает свою постройку. Мне кажется, он немножко не очень ее построил. Сейчас посмотрим, что это. Так, и это гитара? Чё? Вообще гитара? Не похоже. Не, на гитару. Не, на гитару это было не похоже. Так, окей, я знаю, что я выберу вот эту вот построечку. Так, самое хорошо. Легкое? Нет, это самое сложное, но на самом деле даже она очень легкая, поверь мне. Ты это отгадаешь давай, в первых давай. Нескольких секундах. Я постараюсь это сделать максимально. Столб? Максимально красиво. Я постараюсь реально сделать это красиво. Так, ну-ка, окей, значит, раз, два, три, четыре. Раз, два, блин, я не знаю, как реально это сделать красиво. Ладно, я постараюсь. Раз, два, три, четыре. Главное всего сделать симметрично. И тогда все будет чики-пуки. Ой, блин, вообще не то, блин. Не то получается у меня. Ай. Чувак, 10 букв, что? Ну, блин, я немножко тут фейланулся очень дико. Так что сейчас придется мне это исправлять. Окей, тогда еще вот так вот. Ну блин, это похоже хоть чуть-чуть тогда. Ладно, не бейте, пожалуйста, чё? Реально. Не это бейте. Такое? Ну вы подожди, просто дотерпи до конца. Вот пока что ничего не понятно, но на 30-й секунде примерно уже всем будет все понятно. Так что просто надо дождаться. Чувак, уже минута прошла. Осталась минута, вот чувак, сейчас на 20-й секунде все будет понятно. Это легко, реально. Да. Это легко, да. Просто я немножко. Я хотел поставить 3D-шную, я не хотел 2D-шную постройку делать. Из-за этого это немножко тяжелее, чем. Точнее, да. Ну ладно, я думаю, под конец вы все отгадаете, потому что это очень, один в принципе, легко. Один угадал, странно, что ли. Да, это очень легко, я в последние 10 секунд вам дам очень жесткую подсказку. Прямо такую жесткую подсказку, что вы сразу все отгадаете. Чё, я не понимаю, чувак, что блин, это? Блин, это не похоже. Не, ребят, сорян, простите, пожалуйста, это не похоже, вот реально, простите. Ладно, я сразу кто вам дам подсказку. Угадал? Ну, бич, Фокс, я вам сразу дам подсказку, потому что это не похоже, реально, это не похоже, извиняюсь. Сори, пацаны, это вообще не то, что я хотел сделать. Чё? Не, это не похоже, сори. Чё это такое? Я немножко фейланулся. Нет, это вообще, это ведро с водой. Это вообще немного не то. Ведро воды? Да. Как, чувак, знаешь, догадался, я не знаешь, понимаю. Почему у меня не получилось? Потому что я сделал снизу толстым, а потом сверху я сделал тоненьким, а нужно было сделать наоборот. Я немножко не так начал строить, поэтому извините, пожалуйста, за мою постройку. Бывает такое. Так, а вот это уже реально панда или нет? Это не панда, это какая-то собачка, это наверное. Это собака какая-то. Да. Это Барри говорит, похож был на вулкан. Кстати, я согласен, это реально было похоже на вулкан. Просто это, ну да ладно, не всем дано уже строить. Машина, что это такое? Так, это. Барри говорит, котенок. Почему это котенок? Как можно. Как ты вывел такой вердикт, я не понимаю, котенок. Последний буква К. Так, что это такое? Блин, не знаю, это. Какой-то вид транспорта, наверное. А, нет, это, наверное, какое-то животное, у него хвост есть, или это не хвост? Нет, это. Это вообще какая-то тост-машина. Скейт? На скейтборд. На скейтборд. А, слушай, кстати, скейт... Ну, там буква последняя, К же. А, последняя буква К. Че-то... Кто-то уже отгадал. Так, что это такое? Подожди, он какую-то подсказку пишет. Доска какая-то, я не знаю, что это. Нет, там предпоследняя буква О. Какая-то... Что-то странное, а? R, это английская R. На английском пишет что-то странно. Чё? Замок какой-нибудь. Я не знаю, как называется это. Это, наверное, знаешь, колесо какое-то. Колесо, но я не знаю, как это. Каток? Что? Чё? Не знаю. Я что-то этого немножко не вижу. Я вообще там не вижу нигде это. Окей, чё, немного странно. Чё там, что было, я не понял. Вообще не понял, ладно. Остался последний чел. Это лиса. Лиса сейчас будет шел-сорок. Я пока чувак, что на первом месте. Чувак, я один раз не угадал. Сколько у тебя поинтов? 3. Из-за того, что ты, ну, угадали, типа, то, что я дом построил. А-а, у меня пока что 11 построек. Точнее, 11 поинтов. И я надеюсь, что я сейчас выиграю. 11, кстати, построек было бы действительно неплохо. Если сейчас я отгадаю, то я по-любому выиграю. Если не отгадаю, то я могу еще и проиграть. Так что так, что это может быть такое? Может, где-то какая-то рамка? Зеркало, парни говорят. Нет, они вроде бы не угадали. Это я написал, наверное. Ну, окей, так, что это такое? Че, две буквы даются, сколько там слов? 19, что? Что? Это офигеть. Это очень сложно. Че это такое?
Блин, мне кажется, я проиграл. Мне... Или мы все проиграли. Я знаю. Я угадал! Да. Как ты угадал? Что это такое? Это изи, это изи, просто изи. А, пульт от телевизора, я понял. Пульт от телевизора. Я угадал? Да, я так и думал. Окей. Фух, блин, я думал, я не отгадаю никогда это слово, но меня уже опередил парень. Меня эта лисица уже опередила, блин. Она выиграла. Она заняла первое место, я занял второе место. Чувак, я с тремя поинтами пошел на третье, а потом я шестое место занял. Ну. Нормально. Ну окей, пульт от телевизора, ну какой-то квадратный телевизор, правда. Я просто, знаешь, я видел то, что как-то он больше внимания сфокусировал на именно постройку самого телевизора. Я думал, это какой-то телевизор. А потом, когда он построил пульт, я уже понял, это пульт от телевизора. Да. А я такой посмотрю на то, что там написано, знаешь, слово. Я такой думаю, так, на что это похоже? Так, может быть, это пульт от телевизора? Такой думаю, в принципе, подходит. Такой, да. Это, ребят, да? Если вы отгадали какую-то постройку из тех, которые мы не могли отгадать, напишите в комментариях, какие постройки вы смогли отгадать. И также, если вам понравилась эта серия, обязательно поставьте лайк, напишите об этом в комментариях и подписывайтесь на наш канал, если что, по ссылочкам в описании, на канал Фишки и мой и так далее. В общем-то, спасибо всем за просмотр, до новых встреч, увидимся в новых роликах и пока-пока. До свидания, чуваки.